Всем привет! Сегодня я сниму для вас видео о своем любимом списке книг по психологии и по психотерапии. При помощи них вы сможете решить свои психологические проблемы и гораздо лучше разобраться в области этой сферы науки. Короче, вы себе даже не можете представить, насколько я была счастлива, когда я получила от вас заявки с просьбами составить именно такой список и порекомендовать вам литературу, потому что моей самой сокровенной мечтой всегда было, чтобы люди читали книжки. И все время, когда я работала в институте, я немытьем-то катанем втемяшивала всем, что нужно читать, читать, читать. И вот, наконец, моя самая сокровенная мечта, которую я уже перевела в разряд несбыточных, сбылась благодаря моему YouTube-каналу. Я вот очень этому рада. Итак, все книги, которые я вам сегодня буду рекомендовать, подразделяются на три категории. Первая категория – для всех. Вторая категория – если у вас есть какая-то специфическая психологическая проблема, и чтение этой книги поможет вам ее решить. И третья – это для психологов и психотерапевтов. И она же относится к зубодробительному списку, о котором попросил один из моих подписчиков. Итак, самая первая книга, которую я вам хочу порекомендовать, это «Ненасильственное общение» Розенберга. Она называется «Язык жизни, двоеточие, ненасильственное общение». Книжечки вот здесь будут появляться. Если бы мне дали задание порекомендовать только одну книгу по психологии вообще, я бы рекомендовала именно ее. Она является наиболее универсальной, и она помогает построить свою коммуникацию таким образом, чтобы все, что вы говорите другому человеку, все, о чем вы его просите, все, в чем вы ему отказываете, когда вы пытаетесь донести до него какую-то мысль о своих эмоциях, о своих потребностях, чтобы это было максимально ясно, четко и недвусмысленно понято. В этой книге содержится самая универсальная, четкая, красивая, грамотная, наиболее продвинутая инструкция того, как можно общаться наиболее полно. Она посвящена не только общению, также в результате нее вы сможете лучше понять свои эмоции и свои собственные индивидуальные потребности, а также вы можете научиться лучше понимать другого человека, то есть вы можете стать более эмпатичным. Именно от качества общения очень сильно зависит качество отношений, которые вы строите. Поэтому в результате именно вдумчивого прочтения этой книги ваша жизнь сможет стать уже намного лучше. У этой книги есть небольшой минус, на мой субъективный взгляд. Это то, что автор ее, он очень-очень добренький, очень всех любящий, такой альтруист-зайчишка, который призывает всех любить друг друга и давайте будем, ля-ля-ля. Это может некоторым скептикам, нонконформистам, всяким прикольным таким людям, которые находятся немножечко на темной стороне, не понравится такая манера, но это только манера автора. Все содержание книги является и суть, и принципы, которые он там рассказывает, абсолютно гениальными и идеальными. Вообще от души рекомендую каждому. Эта книга может перевернуть вашу жизнь. И один клиент однажды сказал моему коллеге, что самое лучшее, что вы для меня сделали за всю нашу психотерапию, это посоветовали мне эту книгу. Второе. «Трудные диалоги». Авторы Свитцлер и Паттерсон. Эта книга подходит для тех случаев, когда у вас есть какой-то конфликт, то есть это очень сложная ситуация, когда вы находитесь в процессе развода, или наоборот, вы не можете выйти замуж, или вы встречаетесь с каким-то человеком, который является женатым, и вам надо как-то так с ним переговорить, что он ушел от своей жены, начал встречаться с вами. Короче говоря, это когда вот так вот уже ненасильственным общением просто не обойдешься. То есть когда ситуация комплексная, или, например, вы хотите рожать детей, а ваш супруг не хочет рожать детей. И надо, короче говоря, две вот эти вот половинки каким-то образом свести, найти общий язык, контакт, компромисс и каким-то образом решить серьезную неразрешимую проблему. А также это подойдет не только в близких отношениях, но и во взаимоотношениях между начальниками и подчиненными, сотрудниками, короче говоря, для того, чтобы находить наиболее эффективные, выигрышные, компромиссные решения в каких-то неоднозначных, сложных и многокомпонентных ситуациях. Третья книга «Не рычите на собаку». Ее автор Карен Прайор.
Эта книга посвящена поведенческой психотерапии, и она рассказывает вам о том, как устроено поведение людей и как вы можете перестроить свое собственное поведение или поведение близкого для вас человека таким образом, чтобы оно было наиболее эффективным, удобным для вас и рациональным. И там автор объясняет, что наше поведение, оно зависит не только от того, какая у нас идентичность, какие у нас эмоции, мысли, кто мы по характеру, но и тупо от того, как мы привыкли действовать. Потому что наше поведение, оно формируется в результате серии подкреплений, негативных подкреплений, гашения или позитивных подкреплений, то есть похвалы. И за счет того, как вы можете сами себя наказывать и хвалить, или как вы можете наказывать или хвалить другого человека, вы можете более грамотно, качественно управлять своим поведением и, соответственно, и своей жизнью, потому что поведение – это одна из самых основных семи важных сфер психики. Четвертая книга – это «Кошелек или жизнь». Ее автор является Джо Домингес. Это абсолютно гениальная, универсальная и подходящая абсолютно всем книга, которая поможет вам решить абсолютно все ваши проблемы с деньгами. Либо если вы транжира и у вас куча долгов, и вы очень мало зарабатываете, есть у вас какие-то блоки для большего зарабатывания денег, у вас, короче, какой-то синдром хронической бедности, или у вас чувство вины, или у вас, наоборот, чувство страха, что вы не сможете заработать деньги, то, что вам их не хватит на будущее, и вы их, например, копите очень много, либо, наоборот, вы слишком много зарабатываете денег, и у вас уже возникла такая депрессия из-за того, что вы не знаете, чего хотеть. Абсолютно при всех проблемах с деньгами вы сможете разобраться, если прочитаете эту книгу и выполните инструкции, которые даны автором. Она абсолютно гениальна. Автор этой книги, ему надоело работать, где-то годам к 40, и он продумал план, как себе накопить деньги и как ими полностью управлять для того, чтобы быть абсолютно счастливым. И там он рассказывает о том, как каждый человек может зарабатывать именно столько денег, сколько ему нужно, тратить их именно на то, что ему нужно, и как быть счастливым. Эта книга построена таким образом, что она идеально подходит для самостоятельной работы, потому что там дана последовательная инструкция, как вы сначала можете проанализировать свои текущие отношения с деньгами. И она построена вообще по принципу когнитивно-поведенческой психотерапии, когда сначала проводится анализ проблемного поведения, потом ищутся пути решения, а потом эти решения уже притворяются в жизнь. Вообще очень супер, круто, вообще рекомендую. Вообще все рекомендую, и это тоже. Пятая книга называется «Гормоны счастья». Автор Лоретта Бройнинг. В этой книге рассказываются основы нейробиологии, про четыре основные гормоны счастья – дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины, и про гормон стресса – кортизол. И автор этой книги рассказывает о том, как вы можете самостоятельно сделать себя счастливым, если вы выработаете привычки, которые будут способствовать тому, чтобы у вас выделялся дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. И если у вас будут хорошо все эти четыре гормона развиты, они все будут выделяться, то вы будете субъективно себя чувствовать очень счастливым. И именно на то, как это выстроить все, построить свою жизнь, чтобы это было так, даются какие-то конкретные, практические, ценные рекомендации. И также, как вы можете избавиться от каких-то зависимостей, например, зависимость от шопинга, от компьютерных игр, от курения, употребления алкоголя и еды какой-то вредной, которые вызывают у вас кратковременный выброс дофамина, помогают вам в краткосрочной перспективе успокоиться, но в долгосрочной перспективе вам это только вредит. Обо всем этом, если у вас нет возможности, желания читать книги, либо вы их прочитаете, но не поймете, я буду также дублировать эту информацию, рассказывать ее более простыми, емкими словами, с более конкретными инструкциями и рекомендациями, подкрепляя примерами из своей собственной практики, для того, чтобы вы могли эти проблемы решить самостоятельно. И шестая книга – это «Осознанность. Как выжить в нашем безумном мире». Ее автор Марк Уильямс. В этой книге рассказывается о медитации. Медитация является методом с научно доказанной эффективностью для преодоления депрессии,
и тревоги. Если вы чувствуете, что у вас очень много мыслей в голове крутится, вы трудоголик, вас все время куда-то несет, вы уже устали жить, вы не можете контролировать свою тревогу, депрессию, то вам обязательно нужно освоить технику медитации, которая дана, по-моему, на 71-й странице этой книги или на 68-й. Медитация — это осознанность тела и дыхания. Если вы будете делать эту медитацию хотя бы 8 минут в день, каждый день, то ее эффект сопоставим с эффектом от антидепрессантов. И этот метод действительно помогает вам избавиться от тревоги и депрессии, решить такие специфические проблемы. Но если у вас нет ни тревоги, ни депрессии, то тогда вы можете просто почувствовать себя более счастливым, более расслабленным, более свободным. Лучше узнать, чего вы хотите от жизни, если вы просто введете осознанность на регулярную основу в свою жизнь. Вторая группа книг поможет вам, если у вас есть какая-то конкретная специфическая психологическая проблема. И седьмая книга – это Лэнди Бэнкрофт «Мужья-тираны. Как остановить мужскую жестокость». В этой книге очень подробно психотерапевтам, который работал с мужьями-тиранами, рассказываются типы мужей-тиранов, цикличность тираничных отношений, как понять по 17 признакам, что парень, который вам встречается, это тиран, как можно разорвать отношения с мужем-тираном, например, который бьет вас или бьет ваших детей, оскорбляет их, критикует и так далее, наиболее безопасно для себя. Эта книга идеально подходит для самостоятельной работы. Короче говоря, там он объясняет суть, принципы тираничных отношений, как от них освободиться и как в дальнейшем осуществлять их профилактику. Книга очень грамотная, четкая, подробная. Если у вас есть проблемы, вы находитесь в тираничных отношениях, вы женщина, вас подвергают психологическому, физическому, экономическому или сексуальному насилию, или для того, чтобы вы сомневаетесь и хотите проверить, так ли это, то эта книга идеально подойдет вам для самостоятельной работы и заменит вам полный курс психотерапии с каким-нибудь обычным таким среднестатистическим психологом. Восьмая книга — Урсула Вирц «Убийство души, двоеточие, инцест и терапия». Она рассказывает о характеристиках сексуального насилия, о специфических последствиях сексуального насилия и о том, как вы можете помочь себе самостоятельно, если вы были жертвой сексуального насилия в детстве либо во взрослом возрасте. Следующая книга, девятая, «Созависимость при алкоголизме и наркомании». Автор — Валентина Дмитриевна Москаленко. Это абсолютно гениальная психолог, психотерапевт русскоязычного пространства. Она сама раньше была созависимая, ее муж был алкоголик, и она выработала четкие инструкции, как вы можете перестать быть созависимой. Короче, если человек алкоголик или наркоман, то его супруг, скорее всего, является созависимым. То есть это тот, который любовь понимает как то, чтобы отдавать заботу. Из-за этого он начинает чрезмерно опекать, по сути, контролировать, может даже критиковать своего супруга, что только является поддерживающим фактором, закрепляющим его алкоголизм и наркоманию. И в этой книге она начинается с того, что в ней даются характеристики зависимой личности. Во-вторых, характеристики созависимой личности, то есть вас, что вы как за женщина. Потому что созависимые женщины, они, как правило, не понимают своих собственных потребностей, они не понимают, что такое любовь, они ее понимают только в контексте служения, отдавания каких-то благ и услуг, и в результате они и сами несчастны, и своих супругов они тоже делают только более несчастными. Обязательно почитайте, если у вас либо родитель был алкоголик, либо ваш супруг алкоголик, наркоман, парень, либо если ваши дети являются алкоголиками или наркоманами. Следующая книга, десятая, не по значимости. По значимости я бы ее тоже поставила на одно из первых мест. Это Сьюзен Форвард «Токсичные родители». Эта книга поможет вам провести самостоятельно анализ домашнего насилия. В первой части этой книги автор рассказывает, что такое домашнее насилие, как понять, что вы были жертвой домашнего насилия, то есть что ваши родители воспитывали вас неправильно, обижали и причинили вам вред. И она рассказывает специфические формы домашнего насилия. Очень подробно рассказывает о психологическом насилии, контроле, физическом насилии, если вас били в детстве, сексуальном насилии, экономическом насилии, о том, если вас подвергали пренебрежению, либо ваши родители были алкоголиками,
И она дает специфические характерные особенности и черты этих форм насилия. И во второй части книги она предлагает программу, следуя которой вы можете сами провести конфронтацию с родителями, изменить отношения с ними и избавиться от последствий того вреда, который родители вам нанесли. По сути и по существу я во многом согласна с автором этой книги. Ее методика действительно является очень эффективной. Но единственное, с чем я немного не согласна, это опять же с тоном манеры и интонацией ее. Она немножко так нагнетает злость, ненависть по отношению к родителям. Это делается потому, что эта книга рассчитана на самостоятельную работу. Ей критически важно способствовать тому, чтобы у жертвы домашнего насилия, ставшего взрослым ребенка, возник справедливый гнев, возмущение и негодование на родителя, чтобы он мог самостоятельно перевалить через этот барьер. Но я еще немного не согласна с трактовкой мотивов родителей. Она говорит, что родители это делают, потому что они авторитарные, властные боги и хотят свою власть над детьми закрепить и застолбить навек. То есть она приписывает им какие-то осмысленные злобные намерения, что в большинстве случаев является совершенно не таким. И вредоносное воздействие родителей по отношению к детям, скорее всего, является просто результатом низкого уровня их собственной осознанности. Но это совершенно не меняет характера и положения дел. Все равно родители были взрослые, они должны нести ответственность за все те поступки, которые они совершили по отношению к детям. Следующая книга, 11-я. Ну да, то есть я хочу подчеркнуть, что я все равно эту книгу считаю очень полезной и совершенно необходимой в том случае, если у вас есть какие-то проблемы с родителями, как вы чувствуете. 11-я книга, она поможет вам решить ваши проблемы с питанием. Она называется «Интуитивное питание». Ее автор тоже отечественный специалист, это Светлана Бронникова, специалист в области расстройств пищевого поведения. В этой книге рассказывается то, каким должно быть ваше отношение к питанию, каким оно является в идеале от природы, то есть это и есть интуитивное питание. Когда вы прислушиваетесь к потребностям своего организма, что именно вы хотите съесть, когда вы хотите это съесть и в каком количестве. И она учит восстановить вас эту систему, если она была нарушена какими-то обстоятельствами вашей жизни или родителями. А также в этой книге содержится очень интересное и грамотное разграничение всех пищевых проблем на три совершенно разные по природе категории. Первое – это ограничительное расстройство пищевого поведения, анорексия и булимия. Второе – это эмоциональное переедание. И третье – это ожирение в силу неправильных пищевых привычек. И ко всем этим трем типам неправильного питания нужно подходить принципиально по-разному. Короче, это очень крутой ликбез по питанию, пище, фигуре, тому, как относиться к своему телу. Так, это мы разобрали две группы книг, универсальная и для решения какой-то специфической проблемы. И сейчас зубодробительный плейлист, это не плейлист, а просто лист. Значит, это книги для тех, кто хочет стать психологами и психотерапевтами. Я могу порекомендовать несколько самых основных моих любимых книг. И первая – это книга Вейко Техке. Я забыла, как она называется. «Психика и ее лечение». Вейко Техке – это мой самый любимый психоаналитический автор, а эта книга является моей самой любимой книгой по психоанализу и по психотерапии вообще. Она создала мне базу моего психоаналитического видения, мышления и подхода. В первой части этой книги автор разбирает то, как происходит развитие психики от 0 до 6 лет и какие происходят основные этапы от 0 до 8 месяцев, от 8 месяцев до 3 лет и от 3 до 6 лет. И в соответствии с этим он выделяет три основные группы психопатологии. Это психоз, пограничная патология и неврозы. Во второй части книги он рассматривает самые основные элементы психоаналитического понимания, учит психотерапевта обращаться со своей психикой правильно. Он обучает, как чувствовать отклики, эмпатические, комплементарные отклики. И в третьей части книги он объединяет то, что было в первой и во второй, и как мы можем использовать эти элементы
психоаналитического понимания для помощи клиенту. И он разработал 3 фазово-специфических подхода, 3 техники. Одна для лечения психотиков, вторая для лечения пограничников и третья для лечения невротиков. Особенностями этой книги является то, что Вейко Техке понимает задержки психического развития как эволюционные задержки, и он помогает выявлять точку этой задержки и устранять ее психотерапевту за счет того, что психотерапевт как десантник такой высаживается, устанавливает здоровые правильные отношения с клиентом и продолжает его задержанное эволюционное развитие вплоть до полного психического здоровья. Эта книга абсолютно гениальная, всеобъемлющая. В ней он объединил все то, что психоаналитикам вообще удалось понять за 100 лет существования психоанализа. Он это все очень классно объединил, синтезировал, интегрировал в свой очень интересный подход, который я просто обожаю. Вторая книга, основная, это, конечно же, когнитивно-поведенческая психотерапия. Она, все эти книги есть у меня дома, но я их, короче говоря, плохо подготовилась, не буду вам их показывать. Авторы Прошко, Можны, Шлепецки. Это зелененькая книжечка, она у нас называется в психоаналитических кругах. Меня и моих сотрудников, она вот такой толщины. В ней содержится абсолютно все по когнитивно-поведенческой психотерапии, что когнитивно-поведенческие психотерапевты накопили за все годы существования своей техники. Там есть и общие моменты, общие принципы, и разбор всех конкретно заболеваний психопатологии. Шизофрения, алкоголизм, наркомания, ожирение, бессонница, ипохондрия, все тревожные расстройства, депрессия, короче, все, при все, что только может существовать. Она очень тяжелая и действительно зубодробительная. Если вы, в принципе, уже 2 эти книги прочитаете, вы будете прекрасным, великолепным специалистом. Их всего 2, но объем информации, который в них представлен, он поистине поражает. Еще я бы вам порекомендовала обязательно ознакомиться с когнитивно-поведенческой психотерапией расстройств личности. Рон Бек — это тоже абсолютно гениальный специалист, который был психоаналитиком, потом он остался неудовлетворен психоанализом, изобрел когнитивно-поведенческую психотерапию. Они вместе со своими сотрудниками Фриманом и другими создали абсолютно гениальный труд, который тоже выручает очень сильно, помогает диагностике. Немножко чем-то это действительно похоже на эту самую Нэнси Маквиллимс, психоаналитическая диагностика, только лучше. Там он разбирает основные 10 видов расстройств личности и рассматривает технические подходы для каждого отдельно из расстройств личности. Беспрекословный must-have. И, конечно же, я очень люблю Маршу Лайнен, которая создала диалектико-поведенческую психотерапию пограничного расстройства личности. У нее есть 2 книги. Первая – это, собственно, диалектико-поведенческая психотерапия пограничного расстройства личности. Это учебник, который посвящен полностью технике работы с пограничным расстройством личности. Самый лучший, научно доказанный метод с научно доказанной эффективностью, и там она перерабатывает творчески, опять же, всю когнитивно-поведенческую психотерапию. Там во многом происходит повторение, она рассматривает стратегию решения проблем, стратегию принятия решений, стратегию обучения базовым навыкам психики, и это является самым интересным и уникальным элементом ее подхода. И также у нее есть, вот у меня тут на столе лежит, руководство по тренингу навыков при пограничном расстройстве личности. Это практическое руководство. Значит, в этой книге мне больше всего нравится, как рассказаны навык эмоциональной саморегуляции, навык межличностной эффективности, навык стрессоустойчивости и навык психической вовлеченности. Во многом знания, которые могут быть получены из этой книги, можно в дальнейшем экстраполировать на лечение всех остальных расстройств личности и пограничного уровня организации личности вообще в целом. Эти 4 книги Техке, Прошко, Можны и Шлепецки, когнитивно-поведенческая терапия расстройств личности Бека и Марша Лайнен. Если вы прочитаете 4 эти книги, вы будете абсолютно гениальным психотерапевтом, который будет просто
находиться на недостижимых высотах мастерства. Эта информация ценнейшая, самая лучшая по психиатрии, психотерапии, психоанализу. Я прочитала очень много книг, все, что только можно и нельзя. Я читала в 100 раз больше, чем это нужно было по программе. Я прочитала, начиная с того, что я прочитала абсолютно всего Фрейда, и потом я прочитала практически все книги по психоанализу, которые только существуют, и очень многие книги по когнитивно-поведенческой психотерапии. То, что я вам рассказываю, это самые лучшие из всех вообще возможных. Если вы их сможете понять, освоить, вам не будет равных. Вот. Короче, дерзайте. Nos cete ipsum, ignorantia non est argumentum, alias inserviendo consumer и так далее и тому подобное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео, задавайте мне вопросы по книгам. Буду очень рада вам помочь, потому что обожаю людей, которые читают. Обожаю вас. Пока.